Eidos. Это был самый продолжительный военный конфликт в истории США. К его окончанию 58 тысяч американцев расстались с жизнью в джунглях. Еще 304 тысячи были ранены. Но никто из вернувшихся не смог полностью залечить раны, которые нанес им Вьетнам. Все началось в 1946 году, когда была развязана первая индокитайская война за независимость Вьетнама от Франции. Итогом конфликта стало образование в 1954 году Южного и Северного Вьетнама. Но это был еще не конец. Коммунисты с севера хотели видеть единую страну, единый народ, единый Вьетнам. Для США все началось в 1959, когда во Вьетнам были посланы военные советники, целью которых была помощь Югу деньгами и оружием. Между примкнувшими к армии Южного Вьетнама войсками США и регулярной армией Освободительного фронта Северного Вьетнама постепенно разгорелась настоящая война. К 1975 году все было кончено. Но к тому времени 3 миллиона вьетнамских жителей с обеих сторон погибли. Их судьбу разделили еще 2 миллиона лаосцев и камбоджийцев. В Вашингтоне была возведена «Черная стена», покрытая тысячами американских имен. Имен тех, кто не вернулся. Но в 1967 году война была в самом разгаре. Еще казалось, что до успеха рукой подать. Вьетнам должен был нас многому научить. В 1967 этот адский урок достиг апогея. Всем привет, Шелшок, Вьетнам, 1967. Шутер про войну во Вьетнаме, вышедший в 2004 году и разработанный голландской студией Gorilla. Игру можно сравнить по похожести геймплея, она напоминает игры серии Conflict. Причем, похоже, она именно в худшем проявлении той игры. Здесь есть тоже бесконечный респавн врагов, то есть... Вся суть геймплея — это постоянно нужно продвигаться вперед, отстреливая сотни вьетнамцев. Потому что если не двигаться вперед, то они будут респиться до бесконечности. Вот. Это худшее, что я ненавижу в шутерах — это респавн, а тем более бесконечный. Вот он здесь присутствует. Вот. Погнали. Новый профиль. Можно выбрать бойца одного из трех. Разницы вообще никакой. Кого вы выберете? Так, настроечки. Настройки видео по максимуму. Настройки игры. Чувствительность мышки чуть-чуть убавить. Управление. Залечь на клавишу Alt, потому что Ctrl, часто по ошибке нажимаешь клавишу Windows, игра сворачивается. Начать игру. Уровень сложности средний, само собой. Ладно, дамочки, слушай сюда. У вас есть минута, чтобы выбраться из вертолета. Доложите Джонсону о прибытии. Давайте, двигайте! Быстрее! Вы двое! Да, вы! У меня есть для вас специальное задание. Идите за мной! Крутые парни, и готовы на все. Да, кстати, давайте. Афин уже есть? Хотел мне украсить свой штык вьетконговским мясом. Так, дамочки, приземление через 60 секунд. Надо зачистить гнездо косоглазых. Они засели на стратегически важном холме покрепче, чем клещ на заднице. Брас хочет вышвырнуть их оттуда, но Чарли, похоже, не хотят переезжать. Они глубоко окопались, и мы уже потеряли много хороших солдат.
Итак, салаги, никакого геройства. Просто выполняйте приказы О'Брайена. 15 секунд. Приготовьтесь и задайте им жару. Ко мне. Двигаемся. Эта миссия вроде как и первая, но сразу дает жару. Советов, как мочить этих коммуняк. Конечно, салага. Ты знаешь, как стрелять короткими очередями? А еще, солдат, советую почаще пригибаться. Так в тебя сложнее попасть. Да и целиться легче. Залечь тоже хороший способ улучшить меткость и укрыться от пуль. Да, и не забывай следить за боеприпасами. Поднимай патроны только к своему оружию. Все остальное лишний вес. Бедолаги. Так, патроны и оружие не оставляем. Берем все, что пригодится. Можно нести только одно крупное оружие. Если хочешь, можешь менять оружие на поле битвы. Но молись, чтобы оно было заряжено. Так, я заменил пистолет-пулемет на М14. Чтобы поточнее прицелиться, ты можешь брать оружие на плечо. Правда, цели не всегда расположены далеко. И тогда главное — реакции. И потренируйтесь быстро менять основное оружие на гранаты. Да, чуть не забыл. Гранаты могут взрываться или при столкновении, или по времени. Другие виды оружия тоже имеют различные режимы огня. Да! Разберок, как понял. Браво 6 запрашивает арт-подвеску. Полкилометра от нашей позиции. Браво 2. Вы убираете за пулю. Куда посходим? Да! У нас раненый! Эти скоты накрыли мое подразделение, медик! Защищай с позиции! Вижу узкоглазый! Держись на, солдат, и все будет хорошо. Медики позаботятся о том, что осталось от твоей. Ну вообще, черт побери, за что я тебе далеко не профи в этой игре, пока что. Мы те еще засранцы! Порядок! Вижу узкоглазый! Я прошел пока что только первые три миссии и до сих пор не могу на как следует привыкнуть к управлению. Хотя я не могу сказать, что оно прям плохое какое-то, просто надо привыкнуть. Ура! Вон они! Ура! Так, калашников, давайте калашников берем. Только патроны где к нему? Так, патроны. Патроны нашлись. Блять, сука, вообще что не попадает, хрена. Граната. Так, а может мне туда гранатку кинуть? Отличный бросок. Патроны! На позиции! Как прицеливаться гранатами, я вообще не разобрался. Враг. Мы в атаку! Они! В атаку! Враг может быть где угодно. Не шумите, ребята. В укрытии!
Готов! Замечен враг! Ложись! Ложись, враг! В укрытии! Тебя убью! Черт, пулеметчик! Уничтожить тоннель с помощью С4. Уничтожить тоннель. Сука. Готов. Они так и будут лезть из тоннеля, пока мы его не взорвем. А уничтожать его я должен. Нихрена себе новичок. Перезаряжаю. Уничтожить тоннель. Уничтожить тоннель. Так, закладываем С4. Уничтожить тоннель. А ты не безнадежен, салага. Подобрали звезду офицера. Нам за нее деньги дадут по прошествии миссии. За деньги Стать мы можем строй. Проститутку База должна сходить. Находиться за тем гребнем. Пользуйтесь окопами. Покажем Чарли, как надо драться. Джентльмен, сравняйте это с землей. Двигаемся! Девки тоже, видите, бою. Готов! Перезаряжаю! В атаку! Ложись! Ложись! Еще один! Молодцы! Еще один тоннель! Так, надо подождать, пока здоровье что-то постановится. Красная брошюра мало. Отлично сработано. Продвигайтесь. Уничтожьте базу. Охренеть. Вот это первое задание. Сейчас надо будет наверх лезть, как я понимаю. Порядок. Не расслабляться. Враг. В атаку! Прекрати! В атаку! Того же станция. Ура! Сын. Будто с ними. Ура! Защищать позиции. Граната в атаку! Перезаряжаю. Так, у нас появилось задание уничтожить два зенитных орудия. Только почему-то брифинг не открывается.
как прибыло подкрепление. В атаку! Прекрати! Его снял. Тихо. Ой. Затанем, американцы! Узкоглазые! Напади ты! Ура! Вот они! Так, вот первое зенитное орудие. Сложились и четыре. Вон! Это второе. Вот они! Второй где-то сзади остался. Готов! Заминировали второй. Сейчас нужно будет уничтожить топливный склад. Причем боты за мной... Нет, идут за мной. Почему-то я все равно впереди. Они идут всегда только сзади. Толку-то от них. Сейчас обстреляют. Янки! Янки! Сдавайся! Что это было? Враг! Готов! Ладно, хрен с ней, давайте. Узкоглазые! Зачистите командный бункер. Порядок! Мы тебя убьем! Не стреляй! Видишь всех этих желторотых? Такое ощущение, что здесь долбанный детский сад. Непонятно, мы тут войну воюем или в прятки играем? Тик-ток, я помню то, как ты только приехал сюда. Разве не ты обмочился на первом же патруле? Слушай, ну хватит уже подкалывать.